преддверии новогодних праздников чудо ждет каждый, особенно дети, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Сегодня глава городского округа Дмитрий Волошин вместе с заместителем Еленой Дегтевой поздравляют ребят из Химкинского социально-реабилитационного центра. Чтобы подарить детям сказку, пришли в роли Деда Мороза и Снегурочки. Как ваше настроение, дед? Хорошее. Поднимите руки, кто мне письма писал. Я. Все писали? Да. Ничего себе. Писали письма Деду Морозу разные. Подарки получили все. Да, мне понравилось. Подарки хорошие. И гости тоже. После того, как раздали все подарки, традиционный новогодний хоровод. Теперь она нарядная, на праздник нам пришла. И много-много радости детишкам принесла. Алена Беляева, Николай Забродин, служба новостей.